Чинні комунальні тарифи потрібно переглянути, аби врятувати систему ЖКГ. Так вважає народна депутат Наталія Королевська. У комітеті соцполітики обговорили монетизацію житлових субсидій. На думку Королевської, цей механізм влада перетворила на фарс і легалізований підкуп виборців. Натомість борги населення зростають шаленими темпами. Після останнього підвищення півкраїни не змогли оплатити комуналку. Чтобы вывести систему жилищно-коммунального хозяйства из коллапса, в первую очередь сегодня нужно пересмотреть тарифы. Во вторую очередь нужно принять закон, который инициировала национальная оппозиционная платформа «За жизнь». Это списать с людей долги. С 1 мая они готовят следующее повышение тарифов. Все это приводит систему ЖКХ в коллапс. Сейчас около 60 миллиардов долгов. В течение нескольких следующих месяцев задолженность по жилищно-коммунальным услугам возрастет до 100 миллиардов гривен. Их провокация с так званой монетизацией, а это предвыборная манипуляция, как перед выборами людям 1 марта раздать деньги –